Центральная стигма нашего общества – это успех. Какой же настоящий критерий, кто преуспевает в нашем обществе и кто нет? Как мы будем знать, действительно, я являюсь человеком, который преуспевает, или я в той категории неудачников, которые никогда ничего не добиваются? Это ведет к тому, что люди, которые с успехом считаются счастливыми, они добиваются всего в этом обществе, и все завидуют им. И если человек не преуспевает, он считается внизу, никто на него не смотрит, и он впадает в депрессию. Первое правило, которое учит нас Коцка Ребе, как смотреть на успех, заключается в том, он сказал, если я, потому что ты, а ты, потому что я, то я не я, а ты не ты. Но если я, потому что я, а ты, потому что ты, тогда я и ты. Все запомнили? Другими словами, если я определяю свои возможности, свой успех, потому что ты, я смотрю по сторонам, я сравниваю себя, все находится в сравнении, в статистиках, тогда я не я и ты не ты. Но если я, потому что я, потому что я знаю, что все, что Творец дал мне, весь мой потенциал, все мои возможности, я должен смотреть на них и стараться максимально их использовать, не смотря по сторонам и не сравнивая с ними, тогда я, а ты. Успеха!